Впервые Международный день клиента отмечался 19 марта 2010 года, и на протяжении 10 лет бизнесмены всего мира показывают своим клиентам, постоянным и новоприбывшим, как они их ценят и любят. Одни из тех, кто ежедневно дают своим потребителям огромную порцию уважения и внимания – хозяева кафе-кондитерской «Кокон». Здесь, недалеко от центра города, люди собираются для того, чтобы насладиться вкусным чаем или кофе, а еще попробовать новый десерт, который готовят сами хозяева. Для них каждый покупатель не просто клиент, это долгожданный гость. В первую очередь мы делаем, мы относимся, я не скажу, что это клиенты, это наши гости в первую очередь, потому что и относимся к этим гостям так, как хотели бы, чтобы относились к нам. Поэтому мы ставим себя на их место, тем самым решая вопросы нашего уюта, тепла, гостеприимства. И Кокон – это наш дом. Поэтому мы встречаем наших гостей именно как у себя дома. Чувствовать себя как дома – главный критерий выбора заведения общепита для семьи Яцкевич. 5-летний сын Ян – большой любитель сладкого, а в кафе-кондитерской все его гастрономические пристрастия удовлетворяются на 100%. Семья в полном составе приходит сюда часто по ряду причин. Ходим сюда достаточно часто, действительно. Во-первых, мы живем здесь недалеко, очень удобно, что ты идешь домой или из дома берешь кофе с собой. И я сюда прихожу частенько просто поработать в тишине, посидеть, позаниматься своими делами, и мы ходим сюда и с ребенком, и с мужем, и всей семьей, и с подружками, ну, то есть, на самом деле, практически под все случаи. В кафе-кондитерской очень уютно, а главное – вкусно, поэтому здесь всегда есть посетители. Кроме того, хозяева приветливы и вежливы со всеми, создавая тем самым своеобразный островок домашнего уюта и теплоты. В кафе-кондитерской понимают, чтобы бизнес был успешным, чтобы клиент был постоянным, необходимо соблюсти правила 3А – атмосферно, аппетитно, ароматно. И это у них получается. Международный день клиента помогает каждому из нас почувствовать свою нужность и важность в трехкратном размере, но гостей кафе «Кокон» это чувство не покидает никогда. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».